Чтобы помочь населению познакомиться с оздоровительными практиками, которые помогают обрести спокойствие в душе, равновесие, гармонию. Мы считаем, что мир в первую очередь должен начинаться изнутри человека на микроуровне. И если внутри спокойно и хорошо, тогда не возникает желания на какие-то такие поступки, которые вызывают насилие либо военные действия. Мы здесь на мероприятии Международный день мира представляем практики, такие как дыхательная практика, медитация, йога, скандинавская ходьба, арт-терапия, в частности рисование. Вот на этой локации здесь люди рисуют замечательные рисунки, у них есть возможность выплеснуть свое душевное состояние, креативность на бумагу. В данном случае вы видите йога. Йога как инструмент приобретения спокойствия, равновесия, согласия со своим телом. То есть мы принимаем тело такое, какое у нас есть. Мы предоставляем мастер-классы по йоге, медитации, дыханию, арт-терапии, скандинавской ходьбе, чтобы население смогло присоединиться и узнать, как с помощью этих практик можно почувствовать себя лучше, веселее, стать бодрее. То есть мы приглашаем всех, чтобы все присоединились и попробовали, как это здорово на свежем воздухе. Как вы поняли, нам просто погода аккомпанирует сегодня, и очень теплый асфальт, и коврики, просто здорово. Я считаю, что необходимо такие мероприятия проводить как можно чаще, как можно больше развивать духовную культуру нашего народа, для того, чтобы мы все-таки становились более осознанными и находились в моменте здесь и сейчас. Празднуем День мира, но мы хотим, чтобы и в следующих годах другие студии тоже к нам присоединялись и помогали нам больше распространить информацию о методике оздоровления и приобретении спокойствия и гармонии в душе.